Моцными ливнями распачался авторок у Могилевской области. Более за все опадков выпало в Бобруйску. За нескольких один 14 мм. При этом декадная норма опадков 29 мм. Так само довольно мокро было у Кличеве 11 мм. У Могилеве навальница принесла только 6 мм опадков, однако маланки и моцный ветер зарабили неприемности. Перепады электричности и отключение светлофоров. Правда, великих автомобильных пробок в областном центре не назиралось. Регулировщик на центральном перекрыжевании добро справился с потоком транспорту. У социальных сетках жыхары Могилевщины выклали здымки, на яких можно убачить наступствы стихии. Это поваленные древы и парасоны у кафе, великие лужины и навод зломанный светлофор. Можно лечить пригодницкой и раницу пассажиров техника крыча у Могилев. Поваленное древо с рейк вышли пробирать усе мужчины. Как поведомили нам у гидрометеоцентры, фронт после заходней частки региона и областного центра переместился во усходние районы. 22 червня прогнозуется больше стабильное надворье, дожди и навальницы обещают только месяцами и короткочасовые.